С вами Ролко, и я сегодня начинаю играть в игру, которая называется Пикле Питле. Обычный день на фабрике Пита. После бесчисленных часов исследований Пит близко к созданию идеального огурца. Просто добавь последний ингредиент. Взрыв. Пит ошелушает взрывом. Точный газ выходит через вентиляцию. Куда входит газ? Да. Пит кажется. Пит понимает, в какую огромную беду он себя загнал. Все жители превратились в зомби, которые жаждут соленых огурцов. Без колебаний он бежит в оружейную. Чаще он долго готовился. Огурец с пистолетом. Я знаю, есть. Использует джойстик. Блин, а я дебил не знал. Так, мы вынимаем огурец. Уклонение. Угу. Ну, понятно. Ну, таких игр, кстати, много. Я хочу вампир снова скачать, кстати, похожая игра. Так, сейчас второй уровень будет. Второй огуречный уровень. Блин, а я буклонился. Любой огурец, оставшийся на земле, после окончания волны будет добавлен в банку. Следующий выпавший огурец будет иметь стоимость и уменьшить количество огурцов в банке. Не понял. У меня 33 огурца. А, это типа... А, это выбрать надо было. Кинжал, урон. Критически, основное, применяет кровотечение. Вызывать у нас есть владение какое-то. У него урона больше, но резистенция меньше. Что они делают? Так. А, блин, я и хотел. А чем прикол банки с огурцами? Прибыль, конечно же. Я не знаю, но у меня этого нету. У меня 62 огурца. Могу пистолет улучшить. О, давай микрочип возьмем и пистолет улучшим. Нет, я сказал улучшить. Можно войти? Так еще ничего ни у кого не убил, откуда деньги. Ну, давай. Начать. Блять, заново. Ладно, народ, всем пока.